Усидеть дома было невозможно, признаются адлерцы, которые собрались в Адлерском парке, чтобы понаблюдать за тем, что происходит в Олимпийском парке. На большом экране шла трансляция со стадиона Фишт, и все, что происходило там, видели здесь. И не просто видели, а становились соучастниками церемонии открытия зимних игр в Сочи. Адлерская площадка LifeSite расширяет зону проведения, территорию проведения олимпийских соревнований. Администрация города Сочи, парк Ривьера постарался сделать так, чтобы этот праздник остался незабываемым для всех гостей нашего любимого города. Чтобы этот праздник стал доступным для всех, безопасным для всех. Многие участники LifeSite Сочи 2014 – гости из регионов России. Наталья Лепихина ушла на пенсию и сделала себе подарок – приехала в Сочи. Мы реальные девчонки! Россия! Чувство восторга, чувство гордости за свою родину, за свою страну, за свой Пермский край, за наших людей, которые живут в нашей стране. Потому что такое чувство единения, чувство братства, которого давно не видели, я просто в восторге. Еще летом, думал, успеем, не успеем, но успели. Так что теперь, спортсмены, ребят, не подкачайте, дело за вами. А мы за вас болеем, да? Россия, вперед! На площадках LifeSite, которые работают ежедневно с 10 утра до 11 вечера, можно смотреть все, что происходит и в горном кластере, и в прибрежном. Болеть за наших спортсменов, радоваться и сопереживать, но обязательно надеяться на успех. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.